Камень отвален, а на у гроба, где ж мой спаситель, скажи ради Бога. И удивление плач прерывает, когда Марии Иисус отвечает: Мария, скажи, чего плачешь ты? Мария, кого ищешь ты? Мария, скажи, чего плачешь ты? Мария, кого ищешь ты? Были все вместе, Петр с друзьями, но, увы, не знали, как дальше жить. Петр встал и сказал: пойду-ка рыбу ловить. Мы с тобой всю ночь трудились, но не поймали. С берега кто-то все наблюдал. Это Господь, кто-то из них узнал. Это Господь, это Иисус, с берега нас. Если ты любишь искренно Бога, Он за тобой несомненно придет. Если ты плачешь у Его гроба, знай, Он воскреснет, даже если умрет. Если, как Петр, ты сожалеешь, что Иисуса трижды предал, горько плачешь, что не воротишь время того и свои слова. Он тебя встретит даже у моря, Он тебе хочет сказать: приходи, я буду ждать. Он тебя встретит даже у моря, Он тебе хочет сказать: приходи, я буду ждать. Приходи, я буду ждать. Приходи, я буду ждать.